вставать в 6 утра на работу всегда тяжело. Но вот на рыбалку никогда это не составляет проблемы. Сегодня также я выдвинулся на рыбалку с надеждой поймать свой трофей. Погоду обещали хорошую, поэтому не было сомнений, что пойду на рыбалку. Выдвинулся на озеро, на котором знаю, что есть крупная щука. Пару дней до рыбалки мысли были о том, чтобы поймать свой трофей. В этот день клевала щука активно, и мне удалось поймать пару щук. Что с этого получилось, смотрите дальше. Ну что, пошли за трофеем. Вот она, первый заброс и первая щука. Ну я что, думаю, полторашечка. Будем ее отпускать. Спасибо. А, стоит красавица. Ну ладно, будем ловить дальше. Не верю я в это, что первый заброс, если поймал, ничего не будет. Если умеешь ловить, то будет. Ну, всем привет, вы на рыбалке с Демидой. Как вы уже видели, одну взял, причем с первого заброса. Взял вот на такую резину. Она меня тут никогда не подводила, всегда работает. Но сегодня я хочу пробовать на воблера. Эту я так поставил, проверить. Также работает она, как всегда. Ну, работает, да. Поэтому сейчас буду доставать воблера и буду пробовать на них ловить. Надо их тоже разлавливать уже. А то коробки лежат. И ничего. Погода сегодня вроде хорошая. Солнца нету. Ветра тоже пока нету. Погода щучья. Обещали дождик сегодня еще, но не беда. Утки. Вот такие вот. А с этой стороны вот такие. Будем пробовать. Я думаю, вот такой вот мы поставим сначала. Будем экспериментировать сегодня, в общем. О, семейство приплыло. Но хлеба у меня нету, не покормлю вас. Если не ошибаюсь, только этого года. Они тут с рождения на этом озере и никуда не улетают. О, какие красавцы. Нету хлеба. Они же по-русски не понимают.
Видел, как догнала. Тише, тише. Не надо нам сачок. Оп. Все, зарылась. Спасибо. Видел, как вышла. Небольшую паузу в проводке и взяла. Попробуем вот на этой точке еще половить. Камеру выключил. И поклевка. А, опять такая же. Ай, красавица. Атя-тя-тя-тя-тя. Атя-тя, иди сюда. О, какая щука. Отдай резину. Ну вот, малек. Давай, плыви. Спасибо. Что-то сегодня все мелкие щучки. До этого даже таких маленьких не ловил на этом озере. А сегодня вон уже четвертая. Здесь же крупная, наверное, уже какие-то ямы ушла. Но тут-то, блин, на дно не опустить, так как травы много очень. Поэтому пытаюсь вести поверху. Ну, пока только так. Ну, ничего. Там он дальше есть вроде места такие, которые можно пустить резину, но и до самого дна. Ну, в любом случае, такая даже, если клюет, уже приятно, а не впустую проходить, прикидать весь день. Так что будем ловить. Очередная точка у нас. Пробуем. Смотрим. Ай-яй-яй-яй, что-то было непонятно. Здесь часто задеваешь по рыбе, потому что тут карп, лещ, причем много его. Но сейчас непонятно, что было. Хвостик на месте, и это главное. Тут любит щука у резины хвосты откусывать. Была поклевка, промахнулась. И вторым разом догнала ее. Но опять такой же карандаш. Ну черт побери. Где нормальная щука? Отцепишься? Нет. Отдай резину. Ну, спасибо. Пошла. Дождик начался. Ну, погодка щучья, щучья. Трофей бы взять. Ну, тогда рыбалка удастся сегодня точно. Хотя уже хорошо. Не дома сидишь. Свежий воздух на рыбалке. Рыбка есть, какая-никакая, но это же рыба. Возьмем вот этот. Нормально. Траву цепляет. Опа-па!
вы видели, отцеплял траву и щука промахнулась. Ой-ой-ой, хорошая была. Ой-ой-ой. Поставим другой воблер, может доловится. Поставил покрупнее воблер. Ай-яй-яй, удар был. Ну, сейчас, наверное, уже накололось и не возьмет уже больше. Блин. Там три тройника стоят. Как она не засекается? Ха-ха-ха-ха. Что, мамочка, взяла? Ай, хорош, хорош. Ай-яй-яй. Покажись. О. И на одном крючке сидит только. Ну, приятно, приятно. О, что творит? Сильная осенняя щука. О! Отдержится-то еле-еле. Нет, 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 нет. Ну все, в домике. Так. Сейчас мы достанем мат, куда мы ее положим. Тише, тише, тише. Ну, я думаю, четверочка стабильно есть. Ну тихо. Так, будем оцеплять ее. Ну как вам? Отличная же. Ну, будем ее отпускать. Пошла. Спасибо ей. Ну вот, чем хорош этот прорезиновый сачок. То, что крючки в нем не цепляются, как в каком-то другом. Ну, из ткани сачок простой. Воблер был всеми-тремя крючками запутан здесь. И ничто не цепанулось. Так, проверим флюрик. Ну, в порядке он. Щука взяла за нижний тройник. Надо было ее взвесить, но уже что ж уже. Я думаю, 4 точно было. Она как раз тут и выходила на другой воблер. Поставила этот. Первый раз промахнулась. А вот на втором забросе уже доловил ее.
Ну вот, видели, поймал одну мелкую еще. Вот на такой дублерок. Одна мелочь сегодня клюет. Вот одна мамка была, и все. Почему так? Ну, наверное, вся крупная уже на глубину ушла. Хотя там была возле берега, тоже взяла. Не знаю. Не знаю, в чем проблема. Ну ничего, ловим дальше. Ну что, будем заканчивать рыбалку. Рыбалка неплохая. Рыба была. Одна хорошая щучка была. В общем, удалась. Но заканчиваю на том месте, где я начинал. В общем, всем спасибо, кто досмотрел до конца, тем более. И пока.